Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы приближаемся к 9 ава, и так как эта недельная глава всегда читается перед 9 ава, мы продолжаем разбираться, а какая связь всего этого? Вообще, что от нас хотят в этого 9 ава? Надо осмыслить, пишут мудрецы, сесть, обдумать все. Что печалит? Вот возьми любого человека, пусть он спокойно себе это расскажет, что его печалит. Трудно ответить. Был разрушен когда-то храм. Ну, хорошо, печально. Давайте новый построим на этом месте. Мало ли там, с интерактивными всякими там движениями и так далее. Наверное, речь все-таки не об этом. И отвечают нам мудрецы, что в первую очередь 9 ава – это единственный в году траурный пост, который длится с вечера до вечера, 26 часов. Потому что Йом-Кипур – это не траурный пост, это праздничный пост. И вот этот пост мы держим по разрушенному храму своей души. Давайте еще раз. Большой храм – это общее, а вот этот маленький, который мы должны были построить, придя в этот мир, вот тот храм внутри своей души. Вот об этом храме мы плачем, потому что, ну, мало людей, которые могут сказать, что я справился с этим строительством. Написано у мудрецов, что человек приходит в этот мир только с одной целью – чтобы изменить себя. Не для того, чтобы построить там что-то, самолет там, испланетировать. Нет, это все прикладное. Чтобы изменить себя. Человек должен уйти из этого мира лучше, чем он пришел. Все, другой задачи у человека нет. Человек получает подарок, душу. Такой бриллиант, знаете. Тело – это скафандр. И вот, получив этот бриллиант, его задача теперь в течение жизни подчеркнуть его достоинство. Сделать из него, из этого необработанного камня, потрясающий, играющий гранями, там, или как там, то, что возможно было. Да? И когда человек возвращает свою душу Творцу, происходит сверка образца с тем, что привлечено мастеру и что получилось. Написано вот этот образ на небе, который запечатлен перед тем, как мы спускаемся в этот мир, вот с ним происходит сверка. Получается, что те заповеди, которые мы с вами вот изучаем, те законы, это и есть методы огранки бриллианта. Бриллиант на нашей души. Вот и все. Вот поэтому скорбь о храме. Потому что действительно по сегодняшний день мы не смогли справиться с этой задачей. И вот планы были хорошие. Вот смотрите, как замечательно. А вот что получилось, вот это вот. Есть еще одна вещь, почему мы всегда об этом плачем. Написано в Талмуде, что скорбь человека в течение года выходит из сердца. Когда человек уходит из мира, да, есть траур, все, но потом в течение года он забывается. И только если человек, если это не так, если все-таки живой человек, тогда не забывается. Так же было с Иосифом. Почему отец не мог столько лет, потому что Иосиф был жив, оказывается. Вот и храм. Если бы храм был мертвый, да, мы давно забыли о нем, построили бы себе национальный музей и так далее. Но вопрос-то в другом. Сначала было разрушено главное здание духовного храма, на котором все зиждилось, потому что все духовно, с духовного мира все проецировалось. И когда мы разрушили все вместе, вот этот духовный храм, тогда уже рухнула эта материальная оболочка. А кто ее там или как, это уже мелочи жизни. Поэтому нам надо знать причину. Просто сидеть и плакать, это не просто бесполезно, это вредно. Надо понять причину, что сделать, чтобы исправить это, как это все происходит. Нам описывает, кстати, Тора очень интересно, нашу работу. 104-й псалом, кто читал, написано, что выходит человек для работы своей, для трудов своих до вечера. О чем там разговор, пишут мудрецы, что каждая душа, спускаясь в этот материальный мир, имеет общие и личные задачи. Исходя из этого, данный стих объясняют они так. Выходит человек для работы своей. Эта душа покидает свое место в сокровищнице душ и спускается вниз до уровня, в котором помещается в тело. И цель этого нисхождения – это работа для работы своей, приходит написано «для работы своей», то есть добиться преобладания формы над материей, скажем, духовного над материальным, осветить мир каким-то своим присутствием, а не забрать у него еще кусочек света. Надо понимать главную цель. Вот однажды Хафец Хаим, выдающийся раввин, автор трудов по морали, по всем, что сказал как-то человек, при твоем писательском таланте ты мог обогатиться и писать романы. И Хафец Хаим ответил такой притчей. Одному бедняку понадобилось отправиться в город. Другой, не имея ни денег на транспорт, отправился туда пешком. Идет он медленно по дороге, миля за милей, вдруг подъезжает повозка. Возница останавливается, предлагает, давайте я подвезу, великолепная повозка. Такая, только обратно оттуда, откуда ты вышел. Посадись, великолепное место. Бедняк, в принципе, не возражает, потому что устал в дороге, но у него есть одно возражение. Нам не по пути, вы едете туда, а я туда. То же самое со мной подвел итог Хафец Хаим. Моя цель – это духовное развитие, распространение идей Торы. Сверка, да, изменение своей души. А популярность и гонорары, они разве приводят к этому? Вот так и надо смотреть на все происходящее в мире. Ведет ли меня это к цели? Помогает ли это построению храма моей души? Помогает ли это тому образу, который есть наверху? Если это действие подходит, отлично, надо его делать. Браха ве ацлаха.